Занятия вокалом онлайн эффективны и мало чем отличаются от обычных занятий в классе. Но все, кто занимался онлайн, знают и сталкивались с такой проблемой, что ученик и педагог не могут одновременно играть и петь. Еще много лет назад я задумался над этой проблемой и у себя в голове придумал программу, в которой ты задаешь определенный паттерн, и он проигрывается в разных тональностях. Но на тот момент это так и осталось идеей. Около месяца назад мы общались с одним из наших преподавателей, и он тоже высказал такую идею. Тут все сложилось. Недавно я посмотрел фильм «Дудя» про Кремниевую долину, вспомнил, что в детстве увлекался программированием, плюс сейчас освободилось какое-то время. И вот сейчас я продемонстрирую вам бета-версию этой программы. Она уже работает, хоть и с небольшими ограничениями, и будет помогать нашим ученикам распиваться дома и повышать эффективность занятий с педагогом. Привет-привет! Прямо сейчас я нахожусь в нашем приложении «Распевки» или «Warm-up», как я его назвал. Здесь все очень просто. Мы назначаем нижнюю и верхнюю ноту. Нижняя нота, верхняя нота. Допустим, мы хотим распеться от «ля» до ноты «до». Выбираем паттерн. К примеру, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Здесь имеется в виду ступени, чтобы это было универсально. На данный момент здесь 17 паттернов, но в будущем они будут добавляться. Мы выбираем темп, например, 140, и включаем программу. И можем распеваться. И пошли вниз. Возвращаемся вниз. Пока в бета-версии программы, каждый раз после одного запуска нужно нажимать кнопочку «Сброс» для перезагрузки страницы. В будущем мы постараемся этот момент исправить. Давайте протестируем еще один паттерн, например, до и ми. И выберем какой-нибудь сложный. Здесь есть в том числе пентатонические паттерны. Например, вот такой. Давайте вот такой возьмем. Темп можно менять. Например, 160. Демонстрация окончена. Здесь все в принципе просто, поэтому спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите в комментариях, как вам эта идея. Лично я много лет искал подобное приложение, искал его в сети, но так и не смог найти. Пока не знаю, что будет дальше, но сейчас это приложение будет доступно для наших учеников и участников онлайн-клуба. Поэтому переходите по ссылкам в описании и записывайтесь к нам. Теперь Дом музыканта – это официально технологичная компания. По крайней мере, мы сделали первый шаг к этому.